одна из главных достопримечательностей Арамболя – Our Lady Mount Carmel Church. Вот она на балконе, вот так вот срубают кокос. Красивые закаты в Гуаре. Вот солнце, закат в Арамболе. Да, цены вам сразу покажу. Цены вполне доступны. Такой вот закат на скалах, в Шейке. Опять, если вы в Арамболе, пройдите на скалы, вот такой вот вид вам откроется. Вот 8 марта, как вы видите, у людей цветы, отдыхают. Кстати, очень рекомендую кафе. Еда обалденная. Например, акулы, стейк акулы 420 рублей, наедитесь. Школа серфинга, и начинающие могут здесь заняться серфингом. Волны, конечно, маленькие, но для начинающих самое то. Я сейчас как раз пойду и тоже возьму урок серфинга, так как ни разу этим не занимался, а желание есть. Одна из главных достопримечательностей Арамболя – Our Lady Mount Carmel Church. Вот она работает с 9 до часу в воскресенье, и праздники закрыты, хотя я не знаю почему. Место начинается, место все-таки есть закрыто для посещения, то есть воскресный в 6 утра, обычный в 7. Вот, ну эта церковь с каждым годом стоит все красивее и красивее. Вот тут очень хороший, вокруг нее такой красивый садик. Не знаю, мне нравится здесь всегда бывать, даже просто когда еду вечером, остановлюсь. Вот тот крест, который оранжевый, сейчас я вам покажу. Вот он подсвечивается вечером, то есть тоже очень красиво. Вот такая вот церковь. Вообще тут очень красивая вокруг нее территория. Вот есть памятник. Очень красивый грот. К сожалению, против солнца, но надеюсь, вам все-таки видно. Вот он. А находится она прямо на выезде из Арамболя. Вот если вы выезжаете, вон там Пернем Роад. И вот эта церковь, Our Mount Carmel Church. Здесь не многолюдно обычно. Вообще индусов очень интересно. Арамболь, вот поселочек, тут две улицы буквально. Но здесь есть вот такая красивая церковь. Еще есть на Мейн-роуд церковь и два индуистских храма. Прям в самом Арамболе. То есть очень интересно. Вообще вот это Mount Carmel считается покровительницей Арамболя. По христианской религии, конечно же, не по индуистской. И в честь нее построена вот такая красивая церковь. Сейчас здесь идет реконструкция. Вот она такая внутри. После реконструкции можно будет зайти. Вот такая красивая церковь. Будет. Я здесь был до реконструкции. Она действительно красивая. Так часто проходит мой день в Гуа, если нет никаких срочных дел или работы. Тут с утра хожу на море и где-нибудь завтракаю в таком прибрежном кафе, либо в Герман Бейкере, там на Мейн Роуд. Хожу на море, погуляю, покупаюсь, либо место моря, тренажерный зал. Позавтракаю, а там уже либо работаю, либо дальше занимаюсь другими своими делами. На балконе вот так вот срубают кокос. И доставят их с пальм, которые вы пьете. Такое приспособление интересное.
кстати, сухие кокосы здесь часто падают вниз. И, ну, иногда могут попасть по голове. Статистики говорят, что падающие кокосы наносят одно из самых больших количеств травм людям. И вот он там сейчас будет их срубать. Нравится завтрак в таких шейках в Рамболе. А вот они. Здесь, кстати, есть около всех шейков многих кокосовые. Ну, хижины вот такие, можно в них поселиться. Конечно, удобств будет по минимуму, но если кому-то нравится экологически чистое жилье, чтобы был выход на море, то вот, можете поселиться. Пишу видео, пока стою на балконе, как раз утро, а разница во времени — Москва, голова. Вот у меня такой балкон в Рамболе. Давайте сразу посмотрим время в Гоа. 8:54, а вот телефон, у меня здесь московское время. Так, а вот, как вы видите, 6:24. То есть разница 2,5 часа. Учитывайте это, когда вы будете звонить. Например, 8:30. Или даже вот сейчас 8:30, но кто-то спит в 6:24, звонить не стоит. Красивый закат в Гоа. Вот солнце, закат в Рамболе. Конечно, картинка потрясающая. Вот на солнце все играют. Просто я тоже так, ну, хоть и редко, но люблю прогуляться по Сансу. Кукурузу также 40 рупий стоит. Вот я вышел из дома, вот растет папайя. Так вот растут бананы. Бананов здесь очень-очень много. Они растут везде, они дешевые. Буквально за 10 рупий можно там 2-3 купить. Ну, смотря на каком рынке. А ну вот и бананы их кидают во все. Например, если вы берете микс фрут джуйс, то будьте уверены, там большинство бананов. Либо кашу овсяную с миксом фруктов, там бананы обязательно будут. Так, вон там растет какой-то фрукт, по-моему, хлебное дерево, что ли. Вот даже интересно, вот я прямо из дома вышел, записываю вам записи. Так, вот, хлебное дерево. Ну и на пальмах растут вверху кокосы. Сейчас попробуем увеличить. Вон там растут кокосы на пальмах, вот если вы видите. Кокосы обязательно рекомендую попить. А, вот, кстати, вот какой-то фрукт. Хлебное дерево, по-моему, вот он. Честно, ни разу не пробовал. Вот. А вон везде растут кокосовые пальмы. Вот, со множеством кокосов. Так что рекомендую взять кокосы. Они продаются по 30-40 рупий. Вот, кокосы продаются, ну, на улицах, везде. Я покупаю около Баньян-3, около Сорс, когда покупаю отсюда всегда кокосы. По 30 маленький кокос, 40 большой, 120 рупий, бутылка воды из кокоса. Я обычно с утра чайка всегда выпиваю кокос. При вас его могут порезать потом и мякоть оттуда съесть, кто хочет. Кокосы, да, вот они растут. Сейчас я вам покажу, а то было плохо видно на низкой пальме. Вот они прям растут. Сейчас, надеюсь, хорошо видно.
То есть кокосы здесь растут повсеместно, иногда падают на крышу дома. Если вдруг упало на крышу дома и такой сильный звук, это упал кокос, и над вами растут кокосовые пальмы. Что они бывают вот это низко, они бывают очень-очень высокие, они вот такие тонкие, высокие кокосовые пальмы. Вот я взял себе кокосик, вот с такой трубкой его дают, чтобы попить. Сейчас посижу на байке и попью. Такой закат можно встретить на Мандрамской горе, то есть между Мандрам и Арамболем. Я ставлю ниже. Такой вот красивый вид, фотки можно хорошие сделать. А можно еще подняться на самую гору, мне просто не хочется. Вот она, дорога между Мандрам и Арамболем. Вон туда на гору поднимайтесь, и будет еще круче вид. А рядом есть кафешка. Не знаю почему, но я, если честно, не сидел один раз год-два назад. Blue Sea View Bar. Вот, можете сесть, посмотреть закат. Вот здесь Blue Sea View Bar Resort. Вот еще одно место между Мандрам и Арамболем. Если хотите красивого вида вот такого, то можете заехать сюда. Я заехал сюда позавтракать. Сами видите, какой у меня вид. Прям на море. Волны, пальмы. Ну, очень красиво. Да, цены вам сразу покажу. Цены вполне доступны. Завтрак от 170 до 200 рублей, от 150 даже. Вот я взял кашу за 100 рублей, микс фрут поридж и чиз омлет за 90. Ну, тут, я не знаю, просто очень красиво посидеть вот с таким видом.